товарища из Америки Лилию Подкопаеву. Thank you.
Спасибо.
Ну как круто Дмитрий Павлович делает, да? Молодое поколение гимнастов Донецкой области и города Донецка с
тем, чтобы приобрести российское оборудование. И спасибо Владимиру Васильевичу, который заручился поддержкой и руководителя областной госадминистрации Виктора Федоровича Януковича, в том плане, чтобы привлечь угольные предприятия города Донецка и Донецкой области и тем самым приобрести гимнастическое оборудование. Или то, что дает спорт, чтобы они прониклись здесь. Спасибо вам большое, удачи и успехов вам. Эти замечательные спортсмены за то, что вы сюда приехали. И первый раз будет проводиться такой большой чемпионат в моем любимом городе, где я родилась. Хочу пожелать вам здоровья, счастья. И так как это будет олимпийский, пожелать вам только побед, побед на Олимпийских играх. Все, спасибо. Подходящие все добрые родители, просим главного судью чемпионата, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта, судью международной категории Богдана Махуца, просим принять донецкий хлеб-соль. Внимание участников, чемпионат Украины по спортивной гимнастике 2000 года объявляется открытым. Внимание участников, на флаг смирно. And I
Смотрите, Дмитрий Павлович. Опорный прыжок выполнил Валерий Гончаров, Харьков. Готовится выполнить опорный прыжок Александр Светличный, Луганск. Вольное упражнение выполнил Сергей Бяльцев, Херсон. Александр Береш. Смотри, этот гриф делает. Гриф получил 9-8.